Доброго времени суток, с вами Norules, и это прохождение Inversion. Итак, это где-то шестое прохождение, насколько мне известно правильно. Потому я как никогда, скажем так, не считаю вот эти моменты. Итак, в прошлый раз мы добрались, к нашему БТРу и прорвались, точнее сейчас прорываемся в лагерь лютадоров. Вот как раз потому сразу боевка идет. Так, сейчас попробуем их здесь немножко разнести. Так, как-то так будем. Будем прорываться. Хорошо, я с удовольствием, в принципе. Где они? Я их не вижу. Так, ну понятно, где-то вот здесь. Ну ничего, сейчас я его, блядь, базучкой ебану. На, сука. Чтоб ты, блядь, понимал, против кого ты рыпаешься. Так, пулемет обратно. Кто он почему-то выбросил его. Сейчас я еще хочу одного чувачка базукой. Ох ты ж, ебись твою ты налево. Да. Попал, если кто ничего не понял, я попал в стенку. И вот так вот, скажем так, рвануло. Прекрасно. Так, еще одна. Может, хотя бы это... Так. Но больше не будем, думаю, пользоваться вот таким, может быть, оружием. Нам бы такие. Вот сучка. Так. Сука, кто там еще попадает? На, сучка, блядь. Да, здесь оружие не так ощущается, как в тех же шутерах, которые я уже проходил. О, блядь, получай. Такое чувство, как будто бластер с каких-то Звездных войн. Откуда? Ну да. Что-то я вообще... расслабился так, что меня уже второй раз выносят. Ну, прошлый рекорд, вот эта прошлая часть, там меня три раза убили. Так что не знаю, насколько этот будет. Ну еще две смерти, да, и я сравняюсь. На, сука, блядь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Прячемся. Так прячься. Оттуда чувачок меня базукой снял. Ну, я даже не понял, в принципе. Я только увидел уже саму ракетницу. Берегись, на колокольне стрелок с гранатометом! На, сука. Так, побережем той пулеметик. Блять, не попал. Так, там нет никого. Так, надеюсь, я разобрался с этими суками. Вот, как раз сохранение. Оу! Чёртовы трусы! Ну да, в сам себя опять попал.
Так, получайте. На тебя, суки. Так, стоять. Здесь что-то собрать еще можно. Блять, получайте. Осторожно! Сверху враги! Ну, заебал он своим щитом. Так. Одного я вижу. Так, будем прорываться. Так, я так понял, ближний бой... Не есть. Все, заебись. Попробуем, может быть... Вот так вот. Вырубил я его. Сука. Так, пока что подождем. На тебе, блядь. Нормально. Что-то нам базуки много дают. Как я посмотрю. Так, это... Я так понял, мы вокруг церкви ходим. Вот этого четко я снес. Окей, ну нужно подобраться мне как-то, блин. Ну давай. Так, заебись. Давай, выходи. Кажись, я попал все-таки. Ну, блин. Сколько, блин, у него всадил? Шо, блядь, не прячешься, на? Вот так вот. Так. Движемся дальше. Непонятно куда, непонятно в какую сторону. Непонятно зачем. А, вот. Это, в принципе, что их лагерь такой. Сделали. Непонятные дела. Так. Он же вот здесь стоит. Ну да. Так, а что нам делать? Кто разберется? Пока вроде все чисто. План такой. Дэвис, Лео и я идем во вражеский лагерь. Попробуем узнать что-нибудь про дочку Дэвиса. Я осмотрю лагерь и сообщу о находках в БТР. Будьте у БТР. Пробуйте его починить. Убедитесь, что нет слежки. С Вангарда за нами тянется след. Не хочется получить удар в спину. Мы у границы, так что через пару часов по-любому вернемся. Понятно. Ну, так куда мне идти? Выходить. Удачи, бойцы. Вот кто, блядь. Ну, а раньше открыть не мог это. Увидимся на той стороне. Это не по мне. Скорее раз. Времени нет. Нихуя себе. Он еще, бля, летать умеет. Это я понимаю, если есть эти дравлинги, то как-то в воздухе парить, в принципе, понятно. Да, а у него, блин, у этого генерала нихуя с собой нет, и он тоже как-то парит. Осторожнее. В утесах нас могут ждать. Блин, ну конечно ждут. Вот и все, я сам. Ну нормально, в принципе. Иди туда. А мы двинем вон тем путем. Так, потом нам дают встретимся. Снайперку. Я не знаю, что делать. Давайте, наверное, заменим вот этот пулемет наш. Все-таки, если здесь дают снайперку, знающие
я чувствую, придется снайперить. Да, слышь, собот лут помогат. Мало осталось. Блин. И что делать? Что за жизнь? Лучше раб. Черт! Я не прикрываю! Давай! Так, это наш. Так, так, где еще есть противник? Бросаю! Патронов нет! Так, я не вижу. Молодцы, ребята! Ну, что-то я затупил, конечно же. Так как подумал, что прицел на другую кнопку. Эй! Видишь механизм на той стороне пропасти? Попробуй так освободить балку! Может, получится мост! Ага, понятно. Вот. Ну, в принципе, получилось. Браво! Прикрой нас! Мы сейчас перейдем! Так, а что делать? Мне, кого стрелять? Так, где-то засада, я так понял уже. А как они спуститься им думают? А, все, понятно. А мне куда тогда? Попробуем перевести. Так, что-то подозрительно, что противников на данный момент нет. Мне кажется, давай, вот это подозрительно. Переходи. Так. Мне к вам нужно. Вот, ребята, все. Четко. Четко сработано. Так. Я думаю, пулемет, конечно же, зря я выбросил. Так. Нам куда, в какую сторону? Доберитесь к лагерям. Значит, придется пользоваться травлингом. Так, а здесь... Ага, здесь уже что-то похожее на рисовку машин. Есть! Отсюда, видать, всем весельем и правят. Уберем штаб, и рухнет весь карточный дом. Все в порядке, не бойся. Ты кто? Я... Питер. Все будет нормально, Питер. Ты с нами. Все хорошо. Хочу к родителям. Где ты их потерял? Своих родителей? Вон там. Ты видел девочку? Ее зовут Лейла. Я не помню. Наверное, там было столько детей. Сотни. Там? В лагере? Да. Они хотели забрать детей на станцию. Я тогда убежал. Говорят, там очень плохо. Что за станция? Тише, Дэвис! Питер, пожалуйста, скажи мне, где находится эта станция? Это там, где все парит в воздухе. Детей забирают в нору, под землю. Молодец, Питер. Тут мы и расстанемся. Я отведу паренька в БТР. Мы поможем Гаррисону и Фиджеральду завестись и увезем парня. Удачи. Ты ее найдешь. Если пацан не врет, значит, есть дыра, которая ведет под эту аномалию. Ага. Об этом будем думать, когда поймем, что делать с целым лагерем лютадоров. Че там думать? Уже все решено. Перестреляем. Убьем их, пока нас не заметили. Опять я затупил. Элемент неожиданности. Берегись! Я профукал. Будем, блин, снайперкой валить. Блин, из меня еще снайпер хуёвый. Куда мне тогда, блядь, служить? Это он чё,
рвать пошел. Так, все, на этом думаю. Нужно идти. А, вот спуск. Сюда хотел. Блин, меня напрягает, что это такое? Что-то непонятное. Как-то кнопки взаимодействия нет никакой. Не знаю. Упустим этот момент. Так. Ага. Вот они! Так. Ты постой. Постой-ка, девчоночка. Так. Все-таки патроны мне нужны. Ну же! Надо подобраться к воротам! Осторожно! Да. Нам надо будет их как-то открыть. На, блин. Крыса поганая, блядь. И ты получай. Так. Что делать? Вот такая у меня идея. Идея оказалась провальной. А почему? Я туда один не пойду! Быстрей! Да что делать? Чтобы я просто все гранаты не профукал. Окей. Ну ладно, пока упустим этот момент. Если он пошел сюда, значит... Укрытие! Я не туда и шел. Ай! На, крыса, блядь. Береги, сверху! Гляди, целую армию привели. Черт! Нифига себе живой. Сейчас бы пригодились Бэнкс и его люди. Делать нечего, стреляем дальше. Да блин, какие живучие. Осторожно! Ди, включай граблинг! Пускай ближе немножечко хотя бы подойдут. А то... Вот. Чисто. Вот все делается как. Так. На данный момент, я думаю, чисто. Давайте заменим снайперской винтовочки. Все-таки я заменю на дробаш. Так как в данной ситуации это лучший вариант. Осторожно! Ди, включай граблинг! Вау, да, противники хорошие попались. На тебе, блядь. Цель. Да. Так, перебежечками. Думаю, этот рычаг опустит мост. Слышал? Ворота теперь должны открыться. Посмотрим, можно ли там пройти. И вот, как раз мне кажется, что как раз... Ой, блин. Вот они! Как раз пригодятся те базуки, которые там есть. Черт. Через такую щель не пройти. Надо узнать, как открыть ворота полностью. Тогда куда нам? В эту сторону или... Нет. Так, может вот это что держит? Или нет? Нет. Нет. Нам все-таки сюда.
Похоже, есть другой способ открыть ворота. Ага, два рычага. Вот и все. Глянь, опустил телемост. Времени мало. Так. Здесь, думаю, можно спрыгнуть. Воу. Ближний бой. Ворота закрыли. Укрытие. Убью. Быстро. Берегись. Слева. Осторожно! Над воротами! Вау! Нихуя себе! Они, блядь, прочные. Так, ладно, сейчас попробуем разобраться. Блин, хер еще на них наведешь. Да, разброс здесь хороший. Охраны нет. Пойдем через ворота. Так, ну их сначала нужно открыть, правильно? Правильно. А как это сделать? Открыть ворота нельзя. Попробуем уничтожить. Ну да. А я о чем? Вот, у меня ж машины есть, ёб твою. Еще есть, блин, скат. Сейчас. Ну он, конечно, не помог. Почти. Почти. Побросаем еще трупы. Так, стоять. Третья машина должна справиться. Да. Красава. Путь свободен. Идем. А сейчас поубирать все это. Нахрен. Потому как, ну, во-первых, не пройти. Хотя есть весь проход. Да. Хорошая они здесь крепость соорудили. Вот эту крысу нужно уничтожать. В первую очередь. Потому как оружия ближнего боя у меня нет. Нужно, похоже, взять тот автомат, который они ходят. Хотя мне этот больше нравится тем, что он, не знаю, покруче что ли стреляет как-то. Пригодится. Так, одну гранату я нашел. Так. Куда нам? Здесь я еще не бывал. Ага. Ой, блин, чувствую, сейчас какой-то босс появится. Эй! Эй, вы! Слушайте! Вы! Слушайте меня! Они убивают нас! Убивают! Многих убили! Они бьют нас! Надевают ошейники! Заставляют слушать! Иначе убьют! Я слушаю. Всегда слушаю. Да, да. Слушай или умрешь. Большие. Берегитесь больших. Слышите? Боже. Ну и что нам теперь с ним делать? Выпустим его? О чем ты говоришь? Он же спятил. Черт, Лео, берегись. Убью. Блин. Тебя. Ну да. Ты труп!
На, сука. Так, еще один раз. Бросаем гранату! Черт, ему уже не помочь. Ну, конечно, я его заебашил. Ему не помочь. Вот это я понимаю. Я тоже понимаю, махина. Это слово мощное. Только как, блин, сражаться с такими... Немножко неудобно, конечно. Возможно убить, но неудобно. Так, это что у них? Какой-то морозильная камера, что ли? Блин, я не знаю, поменять, наверное, все-таки. Ну, давайте поменяем. Так как этот хотя бы убивает противников в ближнем бою. Так, есть сохранение, что радует. Есть хотя бы чекпоинт. Интересно, сколько еще часов придется у нее поиграть? Потому как сказать, что мне очень, в принципе, нравится. Ну, я не знаю. Пока что рано что-то говорить. Пройду до конца, а там уже будет довольно ясно, что из себя представляет данная игра и... Эй, смотри! Для чего она нужна. Здесь держали детей. Уверена, она была тут. Да, местечко уютное. Может, они своих иметь не могут? Местечко, еще раз повторюсь, уютное. Смотрите, какие кровати, все, ну, четко просто. Мне нравится. Сколько же тут этих людей? Офигеть. Не уверен, что их вообще можно назвать людьми. Ага. Придите к нам, чужаки, отринув свою грешную суть. Придите, склонитесь перед хозяином. Хозяин покажет вам истинный путь. Склонитесь перед ним. Он дарует Глань вам хозяина искупление. Лечит боль. Она дает. Ага, Ваня же все зазомбированное. Эй, Дэвис, глянь. Твой жирный друг. Да какой он мне друг? Наезд для пошнее гораздо, чем мелячачих псов. Твою мать! Уси мои люди бьют псов! Толстяк следит за рабами! Он ими управляет! Ебать нахуй! И как его убить? Эй! Высокая гравитация! Его гравлинг утяжеляет! Черт, их тысячи! Дэвис, если отрежем голову, тело погибнет! Сними здоровяка! Так. Блин, то задрал. Почему-то пушку не выбрал ту какую-то, которую мне нужно. Он защищается! Надо как-то его достать! Ну... Берегись, он будет стрелять! Вот сука! Завалили. Ну и какой он теперь крутой! Он мой! Всех убьем! Блин, этих людей довольно убить много не получается. Так. Слишком много! Нет! Остановили! На, сука! Уху-ху-ху-ху! Так, это... Это... Было нечестно.
Ай, сука, бьет больно. И все за мной, да. И выносят с одного удара. Ну, заебись, конечно же. Давай, гнида, блядь. Чтоб вас тяжело-то как. Так, еще где-то 2-3 раза так, что ли. Так, напарник где? Он упал. А, нет, есть. Патронов мало! Оу. Крыса блядская. Так, как его выманить? Главное ей не умереть. Убей, ублюдка! Высокая гравитация! Так, я уклонился, что-то вроде. Ах ты ж! Еще один раз! Ребята, еще один раз. Во-во-во-во-во-во-во, погодите. Ступаю. Давай, гнида, блядь. Берегись, он будет стрелять. Ну, жирное дерьмо. И кто тут пёс? Что задумал? Теперь хочу вывести нас отсюда. Дэвис, смотри, механизм управляет воротами. Откроем их и выберемся отсюда. Так, теперь я понял, мы можем двери, что ли, выламывать или чё? Так. Так, это Дэв, что-то... есть идея! Подвинь гравлинком противовеса, и ворота откроются! Вот и все. Пошли, вот, иди. Вот, есть. Быстро проходим. Так, чтобы включить защитный гравитационный щиток. Ага. Нихуя себе. Надеюсь, Бэнкс закроет эту психушку. Тут круто. Не так уж и много психов осталось. Да, точно. Пусть спасибо скажет. Круто. Крутая способность. Смотри. Ого. Как думаешь, Дэв? Где эта станция, про которую говорил пацан? Он сказал, детей забирают через дыру в земле. Видимо, это внизу. Да, наверное, там. Давай спустимся, посмотрим, что будет. Ну, давай. Лео, ты думаешь о том же? Стой, стой. Ты что, реально хочешь туда забраться? У нас другого выхода нет. И как его завести? Я пока не знаю. Посмотрим поближе. Ты только глянь. Вроде пульт управления. Осторожнее. Нас ты не убей. Черт! Задержи! Хоть на пару секунд. Есть! Быстрей, сваливаем! Ну что ж, на этом, думаю, все, ребята. Если вам понравилось прохождение, там, или еще что-то, подписывайтесь на канал. На канале выходит много такого прохождения в лапках. И
смотрите новое. Итак, сейчас засмотрим ролик и как раз на этом закончим. Эй, ты где мы? Думаю, в гравитационной яме. Где люк? Эта штука явно не для полетов. Открыто? Давай за мной. Боже, ну и глубина. Да, надо найти твердую поверхность. Боже, ты глянь. Ну что ж, завершаем. Всем пока. Не знаю.